Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами present continuous tense, настоящее длительное время. Да? Вопрос. Мы уже проходили с вами утвердительные предложения, и теперь вот у нас вопрос present continuous questions, unit 4, 4 unit. Вопрос в present continuous задается при помощи глагола to be. Ну, глагол to be является связкой, является глаголом-помощником, таким своего рода связующим, да, глаголом, который делает всю погоду, да, в этом времени. То есть с помощью него мы и вопрос создаем, и отрицание. В общем, он главный. Ну вот примеры. I'm doing. Я делаю. То есть я делаю что-то сейчас. Вопрос. Am I doing? Я делаю. He is working. Он работает. Вопрос. Is he working? Он работает. It is going. Там, оно идет. Там, он идет. Там, не знаю, зверь какой-нибудь. Is it going? Он идет. We are staying. Мы остановились. Are we staying? Мы остановились. Остановились там в отеле, например, да? You are working. Ты работаешь. Вопрос. Are you working? Ты работаешь. They are doing. Они делают. Are they doing? Они делают. Вот здесь парень забрался под стол. Не знаю, он что-то, может, покурил там, выпил. И ему жена: What are you doing? Что ты делаешь? Да, еще примеры у нас здесь вот, да, present continuous. Are you feeling okay? Ты чувствуешь себя нормально? Yes, I'm fine, thanks. Да, я в порядке, спасибо. Is it raining? Дождь льет? Yes, take an umbrella. Да, возьми зонт. Why are you wearing a coat? Почему ты одет в пальто? It's not cold. То есть, ну, как бы, время не холодное, погода не холодная. What's Paul doing? Что Пол делает? He's studying for his exams. То есть, он готовится к его экзаменам. Готовится к экзаменам. What are the children doing? Что дети делают? They are watching TV. Ну, они смотрят телевизор. Look, there is Emily. Посмотри, там Эмили. Where is she going? Куда она идет? Куда она пошла? Ну, куда она идет? Who are you waiting for? Кого ты ждешь? Да? Who are you waiting for? Кого ты ждешь? Are you waiting for Sue? Ты ждешь Sue? Ну и вот, section B, да, study the word order. То есть изучите порядок слов. В present continuous в вопросах на первое место у нас, как я говорил, уже глагол to be, да, мы ставим, то есть это am, is или are, три его формы. Потом у нас идет подлежащее, subject, да, и у нас потом идет глагол с инговым окончанием. То есть примеры: is he working today? Он работает сегодня. Is Ben working today? Ben работает сегодня. Нельзя вот здесь в скобках написано, да, то есть как бы, ну, поясняют, нельзя как так вот is working Ben, то есть только глагол to be у нас ставится перед подлежащим, и порядок слов дальше не меняется, то есть как было, так и остается. Только глагол to be меняется подлежащими местами. Да, если у нас есть вопросительные слова, ну, такие как where, what, how, why, то они ставятся всегда перед глаголом to be. Where are they going? Куда они идут? Where are those people going? Куда эти люди идут? И short answers, короткие ответы, чтобы нам не отвечать полностью, да, мы отвечаем кратко, это упрощает жизнь. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Или, может быть, no, I'm not. No, he's not. Или другой вариант сокращения. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. На самом деле, кому как нравится. То есть, кто-то говорит вот именно так, кто-то говорит так. То есть, да, кому как удобно. Are you going now? Ты идешь сейчас? Yes, I am. То есть, мы могли бы сказать Yes, I'm going now. Или просто кратко Yes, I am. Is Ben working today? Ben работает сегодня? Yes, he is. Да, он работает. То есть, мы могли сказать Yes, Ben is working today. Или просто yes, he is. Коротко, да? Is it raining? Дождь льет? No, it isn't. То есть нет, он не льет. Are your friends staying at a hotel? Твои друзья остановились в отеле? No, they aren't. They are staying with me. То есть нет, они не остановились, да, в отеле. Они остановились со мной.
Дальше вам нужно будет сделать вопросы, то есть упражнения, exercises, да? И вот здесь вот в первом упражнении look at the pictures and write the questions. То есть, ну, посмотрите на картинки и напишите вопросы. В первом у нас вот здесь вот, то есть, она его спрашивает, are you watching it? Ты смотришь там телевизор, да? А он, no, you can turn it off. Нет, ты можешь выключить. То есть, здесь вот такие реплики, и нужно будет составить present continuous правильно. То есть, не забывайте, да, что present continuous состоит из глагола to be и глагола с инговым окончанием. Так, что дальше? Во втором упражнении look at the pictures and complete the questions. То есть посмотрите на картинки и завершите вопросы. Используйте вот эти вот глаголы cry, eat, go, laugh, look at, read. То есть cry – плакать, eat – есть, go – идти, laugh – смеяться, look at – смотреть на что-то, read – читать. Но read уже использовали. What are you reading? Что ты читаешь, у меня спрашивают, да? То есть сейчас, в данный момент. Дальше, так, 4.3. 4.3 у нас вот в третьем упражнении. Make questions from these words. Составьте себе вопросы из этих слов. Put the words in the right order. Поставь все вот слова в правильном порядке. То есть здесь они вперемешку, да, у нас. И вот нужно будет составить. Два примера уже есть. Is Ben working today? То есть Ben работает сегодня. What are the children doing? Что дети делают? И в четвертом упражнении нужно будет составить краткие ответы, да, на вопросы. То есть, no, I'm not. То есть, are you watching TV? No, I'm not. Я не смотрю. На этом все. Сегодня урок у нас закончен. Всего вам доброго. Если вам понравился урок, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До свидания.